Приветствую вас, ребятушки, на своем канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня я решил снять видео о том, какой ультрабюджетник выбрать в 2020 году. Дело в том, что есть определенная группа людей, которым не особо важны технические характеристики, мощный процессор, топовая камера, экран с повышенной герцовкой, ну и все в таком вот духе. Им самое главное, чтобы он долго работал от одного заряда, ну и справлялся со всеми стандартными приложениями, социальными сетями, ютубчиком, в общем, вот такими вот нетребовательными приложениями. К таким людям обычно относятся люди старшего поколения, дети, которым не жалко дать смартфон, родители знают, что они его все-таки разобьют рано или поздно, работающие, то есть которые используют его на работе, таксисты, допустим, повара, им очень важен телефон с большой батареей. В общем, людям, которым нужна хорошая автономность за хорошие цены. И здесь, конечно, Redmi 9A полностью разрывает своих конкурентов в пух и прах. 12-я версия MIUI, мощная батарея, огромный экран, и все это за $100, ребят, 100 бочинских. Ну не сказка ли? Я думаю, вообще просто жир. Xiaomi, а точнее Redmi, всегда умели дампить ценник, как никто другой. Давайте определимся, в каком же цветовом решении выбрать нам данный девайс. Именно Redmi 9A. Перед этим, ребят, попрошу подписаться на мой канал, кто до сих пор этого не сделал. Поставить лайк или дизлайк. Нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних видеороликов. А впереди, ребят, у меня очень-очень много интересного заготовлено. Будете в курсе. Спасибо. А теперь приступим. Погнали. На старте Redmi 9A был представлен в трех цветовых решениях. А именно, это у нас Sky Blue, или дословно переводится как голубое небо. Sorry за мой английский. Второе решение, это Pocket Green. Я перевел дословно, получается зеленый павлин. Ну и третье цветовое решение, это у нас Granite Grey. Ну или просто черный по-нашему. Гранитный, серый гранит переводится дословно. Все эти версии 2 гигабайта оперативно, 32 гигабайта встроено. Давайте откроем их. Первое у нас цветовое решение, голубое небо. Вот так он выглядит, ребят, смотрите. Довольно яркий такой цвет, надпись Redmi. Второй у нас цвет. Второй это зеленый павлин. Странное название, конечно, но пусть будет зеленым павлином. Не петухом. Петух гамбургский. Вот такой он. Нет. Через камеру тяжело передать этот цвет. Это как было с Redmi Note 8 Pro версии. Там тоже он такой зеленый переливающийся, но камера этого не передает. Он практически такого же цвета, видите? Тусклый синий, кажется. Но на самом деле он такой яркий-яркий зеленый цвет. Так, ну и третий у нас довольно-таки банальный серый гранит. Да, черный цвет. Как ни удивительно, но я так думаю, что этот цвет будет самым популярным у нас в России. Почему-то у нас любят темные вещи. Давайте откроем, посмотрим. Вот такой. Все три цвета. Возможно, позже Redmi представит нам новые цветовые решения, как это было с его младшим братом в лице Redmi 8. Но это если продажи окажутся на высоте. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, это видео было кому-то полезным и кто-то определился с цветом. Напишите внизу, какой цвет нравится именно вам. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик. Хорошего всем настроения и до новых встреч. Пока-пока.